Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор на две камеры от компании Park City, модель DVR HD475. Поставляется вот такой вот упаковке видеорегистратор. Давайте посмотрим по комплектации, что у нас имеется. Так, здесь находится сам видеорегистратор. Передняя часть идет полностью металлическая видеорегистратора. Угол обзора составляет 170 градусов. В верхней части также имеется разъем под крепление. Далее разъем HDMI, разъем mini-USB, аудио-видеовыход. Слот под карту памяти microSD до 32 гигабайт поддерживается. В нижней части кнопки управления. Также есть экран на задней части диагональю 3 дюйма. Вот так вот все выглядит. Далее в комплекте кабель питания в прикуриватель имеется. Крепление у нас присоски с поворотным механизмом. USB кабель. Выносная камера. Угол выносной камеры 120 градусов. Вот так вот она выглядит. Вот. Также имеется крепление под нее. Ну и инструкция. И гарантийный талон. Так это все выглядит. Сейчас мы камеру, вернее, видеорегистратор подключим. Пройдемся по его настройкам. Подключили мы видеорегистратор на питание, также выносную камеру подключили. В маленьком нижнем окошке мы видим изображение с нее. И данная камера также может выступать в роли камеры заднего вида. То есть у нее есть питание, если мы подключаем питание на камеру заднего вида, включается подсветка, и на дисплей видеорегистратора полностью выводится изображение задней камеры. Вот, как мы видим, вот так вот все действует, ну и также есть подсветочка. Вот. В данном видеорегистраторе имеется два режима, это режим видео и есть режим фото. Также можно просматривать изображения, то есть файлы, которые записаны на данный видеорегистратор. Если по менюшке, меню полностью интуитивно понятное. Давайте зайдем. Первый пункт меню — это разрешение видеозаписи, максимальное разрешение Full HD. Вот. Далее запись с двух каналов, то есть задней камеры также, включение-выключение, цикл записи, настройка функции VDR. Так, далее настройка экспозиции. Так, сейчас еще раз зайдем. Настройка экспозиции, датчик движения, запись звука, режим парковки, штамп даты и времени и настройка G-сенсора. На следующей странице меню настройка даты и времени, звук клавиш, выбор языка, настройка освещения. Так, дальше отключение дисплея идет, штамп госномера, то есть штамп на самом видеофайле, чтобы он отображался при записи видео. Форматировать карту памяти можно, также сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения. При покупке на данный видеорегистратор также распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость такого устройства вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.